5 лет благосостояние граждан улучшилось, многие сейчас меняют радиаторы. Естественно, какие специалисты производят такие работы, мы не знаем. С нами никто не проводит, ну как бы согласование не проводит. И гарантировать того, что сейчас может не произойти, мы не можем. То есть произойти может все, абсолютно. То есть если в тот момент, когда вы проводите испытания на магистралях, вы выявляете какие-то недостатки в своих сетях, мы можем получить очень неприятный сейчас результат после этих испытаний в многоквартирных домах. Это затопление имущества, естественно, в дальнейшем судебные разбирательства, доказательства, на каком основании были изменены, переоборудованы отопительная система в квартирах и так далее. То есть я, например, считаю необходимым не участвовать многоквартирным домам в этих испытаниях, чтобы не подвергнуть потом затратам финансовым управляющей компании и граждан тоже. Поэтому я лично категорически против.